Меня зовут Дмитрий, я представляю компанию Persiflor. Это первая израильская компания, которая делает экстра де парфюм. Это достойная парфюмерия. Вот, и мы решили поучаствовать спонсорами на этом фестивале, потому что артисты, они творческие люди, тонкие, которые могут почувствовать то, чего не могут чувствовать другие. Вот, и поэтому мы с радостью хотели бы дать возможность им попользоваться Persiflor, и чтобы узнали другие люди о нас. Есть много разных мероприятий, где можно выступить в качестве спонсора. Почему как раз фестиваль детского творчества, детского вокала, музыки ты выбрал в качестве вот такой спонсорской поддержки? Потому что дети – это наше будущее. И если дети сегодня скажут, что Persiflor – это достойный продукт, то и их родители будут слушать их, и дальше будут их дети нас тоже пользоваться нашими духами. Да, хотел бы пожелать всем участникам достойного, как говорится, соперничества, чтобы они могли здесь раскрыться полностью. И, как говорится, победа должна быть у сильнейшего. Желаю удачи самым сильным.